Всем привет, это опять я, и сегодня я буду вам показывать место для раскачки вашего персонажа. Вот, ну, соответственно, у нас это код, это Во, ТПС Годдарда, я показываю карту, как всегда вам. И тут достаточно тихо, это место называется Обелиск, то есть вот он, это Обелиск сам стоит, и возле него куча мобов, и тут, в принципе, самих мобов дроп достаточно неплохой. Вот, талумботы, все это, конечно, шматье всякое. Это вот примерно первый моб. А второй, видите, лоу-пушки агрессивные и тому подобная херня. Вот, я качаю здесь 72 уровня. Вот, ну, здесь основном как бы я редко, в принципе, качаюсь-то так в основном в катах. И когда заняты катакомбы, я качаюсь тут. Да, мне большинство людей спрашивали, почему нету в новых роликах и вообще куда пропал. Я это объясняю тем, что слишком много работы и нет времени снимать что-либо и рассказывать. В скором времени я предполагаю, что буду 89-й и конспати моя все-таки раздуплиться, и мы будем уже что-то уже мега такое глобальное снимать, а сейчас только показывать буду, наверное, прокачку персонажей и соло PvP. Вот, так что на данный момент у меня их практически не было никаких PvP. Ну, были некоторые замесы, но я не успел их заснять, к сожалению. Так что поговорим о дропе. В принципе, здесь падает где-то, наверное, по 30к, наверное. Ну да, где даже по 30к падает с моба. Ну, сейчас что-то сложноватая ситуация. Получается. Да. Блин, твари. Так. Убиваем этот шлак. И дроп не собираем. Вот. Это место, говорит, достаточно популярное. Опять же, видите, сейчас время 11 часов вечера, а вот только там какие-то упырки стоят. Вот у нас один космолы упал с этого. Ну, в принципе, под БД будет, ну, вообще неплохо кач здесь, даже кашководом. Но у меня, ну, как бы, мне лень БД загрузить, что я здесь качаюсь. Я долго думал, что же лучше взять для кашковода, там это то, что можно было рулить и в PvP, и накачи было неплохо. Ломал голову, что лучше ПП плюс БД, что было в... там как бы ВВ было блесно, или же варк плюс БД там, да, чтобы был вампирик. Я долго ломал голову, что лучше вампирик или же дэнс. Да, дэнс работает чисто на вынос. Так и есть, но с ними как бы, ну, ты долго не прокачаешь, так что я выбрал вампирик и достаточно не жалею о том, что у меня сейчас код достаточно долго живет, потому что у него 2000 там п атаки. Помимо этого, он хотя бы как-то регенит всех хп вот от чего-то, грубо говоря, и мне не приходится его постоянно хилить. Давай сказать о кубике, но кубик не огорчает. Ну так вот, просто надо отключиться, и мы уже разрулим мобов. Когда уже казус МП, основа я буду показывать на своем классе, на котором я играю. Начинается казус МП, то что я, ну, просаживаюсь по МПшке. Что делать? Ну, есть один вариант, это, смотри, на баб 8 минут еще. Один вариант есть. По возможности будет майт использовать и вызвать своего саппорта та, который идет на МП, и заливать СМПшку. Но сейчас я еще убью пару мобов и попробую это делать. Надеюсь, мы не сдохнем. Так. Сейчас мы наблюдаем то, что у нас села МП, и мы заливаем. У меня код. Да, 16 уровня. Точно не помню, прокачивал вообще до конца там нет. Вот, льет он по 168 МП.
Ну, в принципе, сколько там? Ну, наверное, минуты две, и у меня фулл МП. Откат достаточно быстрый, вы можете замечать, что постоянно кликаю на кнопку. Вот. Тут без разницы, с сосками он льет или без сосок, льет он всегда одинаково. Вот. Ну, я думаю, на этом все. Опять же, когда слишком забитые локации везде, то, в принципе, это место может даже спасти. А то, ну, чтобы набить бабок. Даже не так. Не то, что набить бабок. О. О, всем приятной игры. С вами был Бэкфист.